各位好，这里是凤凰大视野。勃列日涅夫对中国的观众来说应该并不陌生，他剑眉星目，英气逼人。这位前苏联领导人的处事原则呢，也和前任的赫鲁晓夫存在着天壤之别。他不专制，但是在金钱操守上略有瑕疵。其实正是自勃列日涅夫时代起，前苏联的精英阶层开始追求奢华的生活了。他的妻子维多利亚当然也不例外。勃列日涅夫的侄女柳德米拉曾经回忆到，她说战后维多利亚呢以将军夫人自居，颐指气使，经常嚷着要买高级时装。而叔叔勃列日涅夫虽然脾气很好，但对此非常看不惯，所以两个人闹了口角。Ушли в прошлые 70-е годы. Наступает новое десятилетие. И, наверное, каждый из нас думает, какими они будут эти 80-е. Что они принесут с собой? Как сложатся судьбы наших людей, судьбы народов и государств? С начала века до его конца женщина Кремля решительно менялась из женщины революции, какой была Надежда Константиновна, из женщин-бунтарок, какими были прежде всего Аллилуева и в значительной степени Калинина, из женщин-соратниц, Жемчужиной, они превращались в женщин семьи, таких как Микоян, Мария Васильевна Будённая, которые помогали мужу, создав тыл. Но самая большая домашняя жена – женщина семьи. 1941年, 当苏德战争刚成为拆散维多利亚家庭的罪魁祸首。Я думаю, что Виктория Петровна, сила ее, победительность ее характера была в полном спокойствии по отношению ко всем причудам мужа. А хорошая, умная жена, мудрая,
Никогда не будет лезть туда, где мужу интересно, если это не женщины. Да и туда не полезет, если умна, потому что все это проходит. 维多利亚没有朋友，也没有尝试结交朋友，而且她也不是一个模范母亲。维多利亚没有太多的精力去关心孩子们，她的所有时间都用来经营这个家庭和照顾好作为一家真主的丈夫。如果有其他女性有她这样的地位，很有可能会受到诱惑，陷入困境。但维多利亚不会，她别无所求。 维多利亚的生活就像一首反复播放的歌曲，让人厌倦。可她却待在家中，乐此不疲。Она вставала раньше день для чая, вот одна пила кофе, завтракала одна. Она вставала, шла, так сказать, на кухню, там были два повара, они попеременно дежурили, вот она, так сказать, помогала или давала команду, что сегодня будет есть Леонид Ильич, что ему хочется. После, значит, того, как вот, значит, Леонид Ильич уедет, значит, она, ну, или собиралась там в ателье поехать, вот, или в магазин там покатиться, заделать покупки. Потом обед, потом ужин у нее. Читала она, отдыхала на веранде. Веранда хорошая была. Вечером, ну, в основном-то они смотрели фильмы. Но фильмы такие советского содержания, советской направленности. Вот таких вот иностранных она практически не смотрела. 这一切都太过单调了，勃列日涅夫肯定深有体会。也许这就是为什么莫斯科到处盛传着勃列日涅夫的婚外情事。 勃列日涅夫的孙女维多利亚·勃列日涅娃最近刚刚接受了一个西方杂志的采访。她声称自己知道总书记至少有7位情妇。除了勃列日涅夫战争时期的旅伴塔玛拉，她还记得一位名为玛利亚的女子。跟塔玛拉一样，玛利亚是一个苗条的金发美女。显然，这是勃列日涅夫晚年喜欢的类型。 勃列日涅夫的孙女说：“玛利亚在泽尔西的乡村别墅为勃列日涅夫做了10年管理员。与60岁的勃列日涅夫有染时，她还不到30岁。雇员和警卫都知道勃列日涅夫有了新欢，只有维多利亚·彼得罗夫娜假装什么都没有注意到。勃列日涅夫去扎维多沃狩猎旅行时。” 又有另一位名叫安娜的金发女郎等待在小木屋里，她是扎维多沃的乡村别墅主管。勃列日涅夫的孙女还透露说，她甚至与保加利亚共产党领导人托尔多·日夫科夫的女儿日夫科夫也有关系。 Брежнев не был образцовым мужем, но он был хорошим семьянином и никогда не ссорился со своей женой. И она никогда не вмешивалась в его личную жизнь. Это вообще всем известно. Брежнев любил хорошо поесть, он любил хорошо выпить, он любил красивых женщин. И вряд ли кто-нибудь будет его за это осуждать. Он сам был очень красивым. 随着勃列日涅夫飞黄腾达。 他也逐渐习惯了忧郁的物质生活和别人对他的毕恭毕敬。对于妻子的挥金如土，他也并不责备了。在当时的苏联流传着这样的一种说法：维多利亚在莫斯科呢，弄了一套一居室的房子，专门来放丈夫在各类场合中收的礼物。闲暇的时候呢，他最大的爱好就是到那里欣赏一下琳琅满目的收藏，顺便带过去新的礼品。事实到底如何，我们不得而知。但可以肯定的是。 勃列日涅夫的前任赫鲁晓夫每每收到礼物，总是会马上叫来国有财产管理委员会的人员，把礼物一一登记入库。
Я слышала, она раз в неделю приезжала туда, запиралась и сидела там по полдня. А что она там делала-то? Говорят, перебирала добро, бирочки надписывала, это дочке, это внучке отдать. Но ведь все подарки, которые Брежнев получал как глава государства, он должен был сдавать в Гохран. Мало ли кто кому должен. Голосование была жадной женщиной, понимаете, были среди членов руководства женщины, как бы, которые тащили домой ковры там, вазы. У нее этого не было. 有人认为苏联遍地的特权商店、私人咖啡馆和私人杂货仓库和维多利亚有关，但事实上，在勃列日涅夫掌权以前，那些特权就到处都是。 Виктория Петровна ничего ровным счетом не добавила для спецраспределителей. Ничего. И спецбуфеты, и спецмастерские всегда были. Это началось тогда, когда после революции сотрудники совнаркома стали падать в голодные обмороки. Когда прекратилось сельское хозяйство России и начались всевозможные акции по коллективизации и прочее, прочее, прочее. 就在这时，一切特权应运而生。处于权力顶峰的这些人，自然不会放弃如此便捷的特权。维多尼亚可能从没有觉得自己拥有的私人裁缝、特权商店和私人诊所是一种过错。他有权使用这些，并且乐在其中。 他在家庭以外的一切兴趣，也都集中在这些特权商店和私人诊所。 В основном только вот она ездила туда, вот три точки такие были основные, это ателье, магазин и поликлиника. А так она больше никуда не ездила практически. Она не совсем здорова была, во-первых, понимаете. Вот. Ну и вот, не совсем четких ход у нее был, шаг. Поэтому надо было ее поддерживать вот, в каких-то вот, моментах. Поэтому я ее все время практически сопровождал. 维多尼亚患有糖尿病，随着病情的恶化，视网膜产生了病变，在她生命最后的日子里，几乎完全失明。当她还能看东西的时候，她操持家务，修补丈夫的衬衫。一个富裕的泱泱大国的领导人， 穿着亲自小心翼翼为他修补过的衬衫。До конца своей жизни она всегда, вот у нее, по-моему, с войны осталось, все крошечки собрать со скатерти и запустить в рот. Да, и война наложила большой отпечаток, и все у нее было, и тоже эвакуация была, она была в Алма-Ате, шила там тапочки для раненых. Ну, она как бы про эти годы, она так как мало рассказывала, то ли тяжело было, то ли как бы мы были глупыми и не спрашивали. 维多利亚的孩子们都在外地忙于工作，不在他的身边，所以这对父母跟他们的子女不是很亲近。现实生活中，维多利亚和勃列日涅夫与他们的家仆关系更密切，他喜欢这些人，同时也受到他们的爱戴。 维多利亚总是封闭自己，沉浸在他自己的小世界中。他喜欢画，房子里摆满各种盆栽。他喜欢烹饪复杂的食谱，比如有名的醋栗果酱。这道菜程序复杂，制作时要先把每个莓果剖开去核，然后用核桃和柠檬填充。毫不夸张地说，这是一项单调而又乏味的任务。 不过他喜欢做这个。每当参加交际应酬，他总会被冷在一旁，所以维多利亚尽量避免这种活动。如果有人邀请他参加晚宴，他都会借口健康状况不佳而推辞。И Брежнев пришел к власти в возрасте 57 лет, значит, и Виктории примерно такого же возраста. И к этому времени, когда она стала как бы первой леди по нынешним представлениям, она была уже не молодой женщиной, она просто стыдилась и не считала нужным. Она была полная
полная, не слишком выделявшаяся чем-то женщина. У него был спокойный, очень спокойный характер. Она любила мужа. Ведония 爱着勃列日涅夫，但她不愿意跟丈夫一起狩猎旅行。维多利亚本可以背上枪，跟随勃列日涅夫穿越树林，分享快乐，但她没有，她宁愿待在家里，修补丈夫的衬衫，或者把一堆粗粝的禾一个个取出。Сама она как бы тоже никогда не стремилась с ним поехать, потому что сидеть в лесу и кормить комаров это тоже было не ее. Она лучше подождет, когда там Леонид Ильич приедет, там привезет там перепелов каких-нибудь, и она потом их скажет, их приготовит. 通常，维多利亚和勃列日涅夫很少见面。平日里，勃列日涅夫要工作到很晚，周末他又要前往扎维多沃进行狩猎。有传言说，猎人们总是提前围捕动物，并把他们的腿绑起来。这样，上了年纪的勃列日涅夫就可以开心地击中目标。在俄国的男士中有这样一个留言，在留言中，勃列日涅夫被形容成一个狂热的外国汽车收藏者。据说，他的私人藏品超过50台，其中有一台劳斯莱斯和理查德·尼克松总统送给他的林肯。Он ездил на работу в машине своей.В Зиловске, своей страны. Он в это считал, что, так сказать, руководитель должен ездить в карете своей страны. Никогда в Кремль на марке не ходили, не заходили туда. Вот он садился, когда в Завидово, когда сам за руль, он садился в свой любимый Rolls-Royce и тогда ехал, так сказать, сам за рулем. Вот. Ездить он любил, гонял изредка. Изредка гонял, да. Было такое.Наседал на Мерседесы милицейские, все расступались, потому что не выдерживали. Вот. Это было иногда, не всегда, но бывало. Такого вот коллекционера, вот страстного коллекционера, который вот собирает марки, там какие-то там платит бешеные деньги за какую-то там марку или там какую-то монету, у него не было. Ну, подарили, подарили, ну и пускай она стоит, но...Ну, надо было, значит, там кому-то подарить ее внуку или там дочери подарить. Ну, и больше, понимаете, у него какого-то такого, ну, азарта не было. Вот к этим машинам. 因此，传闻并不完全是谎言。他确实有汽车，只是不算一种特殊的爱好。还是让我们别提车子了。他们与维多利亚·彼得罗夫娜无关。他可能有许多的爱好。但肯定不是一个汽车爱好者。在晚年的时候，她唯一的愿望就是能更多的见到她丈夫。勃列日涅夫呢，很喜欢给别人也给自己颁发奖章。他当政期间究竟给多少人发了多少奖章，已经没法统计清楚了。但可以说清楚的是，他真的没少给自己发勋章。他一生共获得了114枚勋章。1976年12月，70岁生日的时候，他获得了苏联英雄勋章，这是当时苏联的最高勋章。同样出于庆生，他还获得了列宁勋章和金星勋章超过3次。1978年，他还获得了军队的最高勋章胜利勋章，也成为了二战结束之后唯一获得这个勋章的人士。不过呢，在他死后，1989年，苏联取消了他这枚勋章的资格。
Она привыкла к нему, ко всем его недостаткам и достоинствам. И чисто по-женски, по-матерински, по-женовье, если можно употребить такое слово, сделала поправку и жила, и по привычке. 也许这就是爱。 尽管他们的爱情并不是轰轰烈烈， 但他们却爱得内敛而深远。 В 78-м году, это не только я могу сказать, это еще другие люди могут сказать, Леонид Ильич хотел уйти в отставку. И он советовал с супругой, и Виктория Петровна, в общем-то, поддерживала его, что, Лень, ну, ты уже достаточно поработал, и возраст, и болезни, надо уходить и все прочее. Но как бы окружение, которое, в общем, делает короля, оно настояло на том, что, Леонид Ильич, вы оставайтесь, мы будем там больше работать, вы будете больше отдыхать, но ваше имя международное, да, то-то, пятое, десятое, все прочее. 1976年，勃列日涅夫在一次正式接待中失去意识，从椅子上滑了下来。瘦小的印第拉甘地推开还没有搞清楚状况的前辈，扶起了他，他才没有摔倒。 伯列日涅夫有过几次心脏病发作和中风，医生屡次帮他死里逃生。即便如此，他的顾问群也不让他退休。伯列日涅夫缺乏决断力，他听从了这些人的意愿。死神在1982年11月10号上午降临了。像往常一样，维多利亚·彼得诺夫娜独自在一楼餐厅吃早餐。 勃列日涅夫的保镖维德韦杰夫和索巴契科夫上楼叫总书记起床，他死了，刚刚断气。跑进来的梅德韦杰夫和奥列斯托诺夫对他实施了心肺复苏。索巴契科夫冲到电话旁，打给安德罗波夫和恰佐夫。他们赶到后，维多利亚才告诉他们发生了什么事。 О смерти Брежнева ей сообщили не первый, а третий. По положению того времени о смерти Брежнева сообщили сначала Андропову, потом Чазову как главному врачу, а потом спустились и через 30 или 40 минут после смерти Брежнева, когда уже Чазов приехал, и Андропов приехал. Вместе с мужем я должна пройти его сама. 维多利亚比她的丈夫多活了近15年，那是一段艰难的岁月。不仅仅是维多利亚，整个苏联都经历着艰难的岁月。停滞时代已经结束，现在是改革重组的时期。维多利亚失去了她的特权，
他的亲戚们似乎也忘记了通往他家的路。他的孩子和孙子们再也没有造访，但他凭着惊人的忍耐力，仍然默默地承受着这一切。Она привыкла всю жизнь, так сказать, что ее, ну, так сказать, ей помогали государственные службы. Ну, вот она уже поехала в поликлинику, просит звонить там, вызвать машину, ей отказывают, причем довольно по-наглому. Забрали все, что было у нее там от Ленина Ильича. Это новая эпоха. Советская Союз, как страна, уже не существует.维多利亚没能活到亲眼见证这些事件成为历史，他死于90年代中期。新闻报道播出了关于他逝世的消息，人们探讨他和勃列日涅夫，探讨勃列日涅夫的时代，那个停滞的时代。虽然人们批评他，但仍有一些人时常怀念起勃列日涅夫，一些人仍不明白那些年究竟错在哪里。那些由勃列日涅夫掌管苏联政府的18年，я не знаю, почему назвали год застоек. Ну, какая, как, что они в это слово заложили? Просто я, как говорится, не могу до сих пор понять. Хоть они и объясняют это все и разжевывают, но не верится мне это. Кутузов, Пуспайтер.26号，勃列日涅夫和维多利亚曾经生活过的地方，那里在勃列日涅夫死后被授予一块牌匾，后来牌匾不见了，有人认为是改革重组时期的政府把它拿走了，后来人们发现是一个小偷为了换取一箱伏特加把它卖给了废品回收站，没有人知道那块牌匾最终命运如何，也许它被融化了，也许有人把它作为纪念品带回了家，以纪念那个生活贫困但是更为亲切的年代。人们或许会问，勃列日涅夫有没有真正爱过妻子呢？他和维多利亚30年代结婚，二战当中呢就有了外遇，是前线的护士塔玛拉，而战后他想离婚迎娶塔玛拉，但是出于对孩子的爱最终还是放弃了。勃列日涅夫的孙女回忆说，他说祖父母曾经彼此挑明了，他们根本很早就不爱对方了。对于丈夫的风流韵事，维多利亚时常耳闻，但这位有着男子般隐忍和坚毅性格的女人大度地原谅了他，也许这正是他们的婚姻能坚持到最后的真正原因。感谢各位收看本期的凤凰大视野，下周再见。